Барабанная дробь. Всем привет, меня зовут Саша Новиков. Полезная информация. И сегодня у меня очень необычное видео на моем канале. Хотя у меня уже все последние видео необычные. Сильное заявление. Но не об этом. Сегодня мы будем тестировать новинки в KFC. Ой, дурак. Нет, ну если быть честным, я просто хочу сильно жрать. Так что приступим. Ба-р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 а
Где моя сосиска? И что там у нас? Хот-дог и разные сладости, а тут у нас напитки, которые я тоже очень сильно хочу попробовать. Я думаю, начнем с напитков, да? Губу закатай. Давайте. Первым, что я попробую, это у нас будет... Что это у нас будет? Пусть будет шеф-лимонад. Сейчас расскажу про цены. Деньги тут не помогут. Ну, я вообще брал комбо. Шеф-лимонад, картошка фри стандартная и темный бургер. Темный бургер, темный бургер. Ладно, минутка музыки на моем канале. Так, и все это стоило комбо 350 рублей. Да, это комбо стоило 350 рублей, но пока я шел с KFC домой, я сожрал картошку. Да, так бывает, и я просто все еще хочу есть. Пробуем шеф-лимонад. Не сказать, что он какой-то необычный. Обычный лимонад, но кисленький такой. Чем-то смахивает на просто лимонную водичку. Но это не точно. Ну, прохладный, это приятно. Особенно, когда ты после футбольчика идешь в KFC, покупаешь себе такой лимонадик и пьешь его. Это очень вкусно. Это у нас милкшейк черная смородина. Со вкусом черной смородины. Конечно же, мы его будем пробовать сейчас. Ой, елки-палки, открыл с одной стороны, вылетело с другой, смотрите. Это просто жесть. Ладно. Еле тянется, но все-таки тянется. Чем-то похоже просто на мороженое растаявшее. Я бы его купил, сейчас расскажу про цену. Этот милкшейк стоит 99 рублей. Также есть еще вкус малина, шоколадный, шоколадно-ореховый и клубничный. Но я выбрал черную смородину и не оплошал. Приступим к еде. Заветный пакетик приезжает к нам, и мы оттуда достаем. Это у нас темный бургер. С ложечкой внутри. Открываем черный, темный бургер, точнее. Так, открываем. Мы открыли его снизу, что ли? Вот, кстати, тоже, что мне не нравится в KFC, посмотрите. Мы открываем, вот открыли мы темный бургер, да? А почему он вниз головой-то? Приходится его поворачивать, переворачивать, точнее. И видите, что внутри. Давайте посмотрим. Барбекю соус, я уже понял. Так, открываем его. Снимаем булочку. Там что у нас? Смотрите. Так, барбекю соус, видно. Томаты, огурчик, зелень. А на второй булочке у нас сыр. Так, курица сама. Еще одна булочка и еще один сыр. Ну что долго говорить, давайте пробовать. Оп. Ребята, я только что заметил, что тут есть еще халапеньо. Уай. Ух, прям, прям только что лизнуло и прям он не сильно остренький. А фишка этого бургера в чем? Во-первых, он с ржаной булочкой. И у него не грудка, а как во всех бургерах KFC, а бедро. То есть темное мясо, темная булочка. Так, давайте пробовать. Прикольный вкус, сочетание двух соусов. Сыр тут отлично вписывается. И именно темное мясо прям отлично сюда подходит. Даже еще хочу. Как вкусно! Ладно, друзья, оставим на потом. Очень вкусный, честно. И мне, и оператор. Главное, чтобы он не вывалился сейчас. Он не вывалился. Так, давайте, во-первых, видите, что это такое. Что там есть.
Ну что, не пощадили соуса халапеньо. Не люблю я острый, так что перчик мы откладываем. Кстати, я был в другом KFC и видел то, что мы были с нашей маминой знакомой, и она взяла тоже такой хот-дог, и у нее разрезанная булочка была, то есть прям вообще все было разрезано, и было неудобно, он разваливался у нее. У меня такого нет, это в зависимости, наверное, от ресторана KFC, где находится. Ну, короче, давайте пробовать, что много говорить, пробуем. Вкусный хот-дог, очень вкусный, потому что тут чувствуются все ингредиенты, что не скажешь в других хот-догах, например. Я был когда, давным-давно я был на Красной Поляне, и там пробовал хот-дог. Да? Ну, я сейчас знаю. Ладно, давайте пробовать дальше. История никому не интересна, так что макаем вот сюда, то, что у меня убывалось уже. Горчица, кетчуп, сырок, лук, сосиска куриная, соленый огурец, все отлично сочетается. Вообще, мне все время нравилось... Волшебным способом у нас пропало тут пятно. Это магия вне Хогвартса. Появилось еще одно. Я очень победитель по жизни. А Пётр, молчи, а? Рудик, ты что делаешь? Давай, снимай. Фокус есть, да? Что он сказал? Можно я договорю уже эту фразу? Я очень люблю KFC, потому что там очень сбалансированный вкус. Тут горчица отлично подходит. Все тут прям... И что, то же самое про темный бургер и про шеф-лимонад, про милкшейк. Там отличное сочетание сахара и кислости. Так что пробуем дальше. В общем, плотно поели, а вот десерт — это вознаграждение за еду. Это же еда, завтрак, такая каторга, просто очень трудно. Ну, на самом деле, не трудно, когда очень вкусные блюда. Ладно, что я много говорю, надо есть. Пахнет очень вкусно. Кто-то смеется за кадром, я не знаю этого человека. Перестань, человек, смеяться. Сказать честно, я не пробовал много тирамису, но все-таки уже я его едал. В общем, друзья, какой можно сделать вывод из новинок в KFC? Все они очень вкусные. Прям не очень, даже ультра вкусные. Все стоят своих денег, если у вас будет возможность пойти в KFC. Хотя, я думаю, у вас будет возможность пойти в KFC. То обязательно берите новинки. Прям вот очень вкусный, вкус гарантирую. А я буду заканчивать, потому что оператор уже голоден, у него слюнки текут. И Закр тоже. Ну, в общем, ребята, это был Саша Новиков. Всем пока!